Хочу поделиться рецептом торта из безе без выпечки, вкус которого схож со вкусом всеми известного киевского торта. Готовится торт достаточно легко и просто. Возьмите рецепт на заметку. Торт из безе – настоящая мечта для сладкоежек. Он получается сладким с выраженным ореховым вкусом. Подавайте его к чашечке кофе. Безе 200 грамм. Орехи 100 грамм. Печенье 250 грамм, галетное или песочное. Масло сливочное 200 грамм. Сгущенное молоко 1 банка. Количество порций 4-5. Подготовьте необходимые ингредиенты. Печенье измельчите в блендере. Сливочное масло растопите. Измельченное печенье переложите в чашу и добавьте к нему 3 стл сгущенного молока и растопленное сливочное масло. Перемешайте массу. Сожмите небольшое количество массы в руке. Если она собирается в комок и не рассыпается, тесто готово. Возьмите разъемную форму. Она может быть круглой или квадратной. Придерживайтесь размера 20-22 см. Форму застелите пищевой пленкой. Тесто из печенья разделите на 2 равные части. Одну часть распределите по дну формы. Застелите полученный корж пищевой пленкой. Распределите сверху вторую часть теста из печенья. У вас получится 2 коржа. Уберите в холодильник на 1 час. Обжарьте смесь орехов. После измельчите в блендере. Возьмите чашу и раскрошите в нее безе. К безе добавьте измельченные орехи. Перемешайте. В отдельной чаше взбейте 100 грамм сливочного масла и оставшееся сгущенное молоко. Соедините безе с орехами и взбитое масло со сгущенкой. Перемешайте. Достаньте из холодильника охлажденные коржи. Снимите верхний корж вместе с пленкой и уберите в сторону. Нижний корж переложите на блюдо, уберите пленку. Нанесите крем, разделите предварительно на 2 части. На слой крема выложите второй корж из печенья и нанесите вторую часть крема. Разровняйте. Уберите торт в холодильник на 2 часа. По истечении времени, достаньте торт из холодильника, снимите форму и оформите по желанию. Торт готов. Приятного аппетита!